ахнар дүйнер күнтамана ирсин гичнер. Эрим сагас итлесин сукта анарты халун менде кюркженавидн. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас на праздничном концерте Государственного академического ансамбля песни и танца «Тюльпан» накануне самого любимого, замечательного и желанного праздника в каждой калмыцкой семье – праздника ЗУЛ. С этим праздником многие из нас связывают помыслы с исполнением желания, удачи, благополучия и процветания в каждой семье. В этот день все калмыки, независимо от возраста, от месяца рождения, становятся старше на один год. Кюнтамана юрмюн, абсунасунтун утыболтха, кишиктун батыболтха, кесынкедмештун өмерен ювжи, кюцесын тотыс чинерте больжи, он диндырын сақты амулын менді бәртін. Позвольте от всего сердца, от всей души поздравить вас с наступающим праздником ЗУЛ. Пусть светлый праздник принесет вам удачу и долголетие, благополучие и процветание. Позвольте пригласить на сцену представителя центрального хурула «Золотая обитель Будды» Шакьямуни Санан Гелюнга. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые наши земляки, Бату Сергеевич. Сегодня у нас такой торжественный день, наш национальный праздник ЗУЛ, который наш калмыцкий народ празднует как Новый год. Я приехал сюда 13 числа, и в преддверии нашего праздника, вы знаете, что Халимгут по традиции перед Новым годом проводит обряд Юрель, это поминает усопших всех своих родственников и друзей. И перед наступлением, конечно же, на Снутуха. Мы провели эти молебны здесь уже традиционно, наш центральный курул, поддерживая наши диаспоры здесь, в Москве. Это прежде всего общественные организации, сообщество общественных организаций, это Улан Золота, также местная буддийская организация Бурхнану Менгерю. И мы центральный хурул уже ежегодно, постоянно проводим эти молебны. И Сангаджи Андреевич попросил меня, чтобы я задержался на 5 дней здесь, чтобы поздравить наших земляков с праздником самим ЗУЛ. И я остался здесь, несмотря на то, что в нашем центральном хуруле сейчас не хватало меня. Мне очень приятно видеть здесь такое огромное количество наших земляков. Большое спасибо, что вы посещаете такие традиционные национальные мероприятия, так как я считаю, что чем больше наших калмыков будут посещать такие мероприятия, чем больше у них будет статус. Вы знаете, что у нас этот год, именно 2019-й, помимо праздника ЗУЛ, национального нашего Нового года, также у нас юбилейный, так как у нас 600-летие со дня ухода в Паранирвану Дзонгхуан Геген. Так многие, наверное, знаете, да, что это юбилейный год такой. И я хотел бы прочитать короткую молитву восхваления Дзонгхуан Гегена, и чтобы вы вместе со мной помолились. Я знаю, как бывает нашим землякам тяжело в Москве. Кредиты, ипотека, да? Работы нет, да, много очень проблем. Я знаю, как все вы приходите на индивидуальный прием. И я слышу ваши все проблемы. Я хотел бы еще, помимо восхваления Дзонгхуан Геген, прочитать короткий текст устранения препятствий, чтобы в будущем году с работой хорошо все было, с семьей не было проблем, и чтобы больше и больше радовались своим успехам. Большое спасибо за внимание. Zongjin zhudong zuo ji zhong nao nao, zhang zhong bang zhong dang ji zhong ji zhong, da ge ji zuo ji bie zong.
И в конце я хотел бы, Юрель, не тягат мана кюнта, юрмют кюнта мана халингут, вода горжасын гаха джил, горжасын хуын джилден тадын сук, гем шалтыку гахар, нег негенден тусу джил, бурхын бакшын, заджасын номан сонсат, сонсчасын номан сеткилден урджи, сеткилден бәрсін ном, сук тадын ты буин кишик сухын хар тусу джил, мана халингут, Нег негинден тусул жетер кишкар, ханмык нерен дудулат, ханмык танчан дилгурже, менде амулын сен сайхын бәсхатын геже, әрін сеткілестанынге юрежена. Күн пасанан келім, күті ханылтан тандыр жанарды. Дорогие друзья, сегодня звание заслуженный артист Республики Калмыкия присвоит Хулхачиеву Кару Дмитриевичу. Бюджетного учреждения Республики Калмыкия Государственный академический ансамбль песни и танца «Тимпан». Наши самые искренние поздравления. Традиционная фотография на память. Спасибо большое. Почетное звание «Заслуженный артист Республики Калмыкия» присвоить артистке балета Государственного академического ансамбля песни и танца «Тюльпан» Лиджиевой Джиргау Маевне. Примите наши самые искренние поздравления. Давайте поприветствуем самыми теплыми и дружными аплодисментами. Почетное звание «Заслуженный артист Республики Калмыкия» присвоить солистке Государственного академического ансамбля песни и танца «Тюльпан» Баскамжиевой Диане Александровне. Наши самые искренние поздравления. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Калмыкия» за достигнутые успехи в области культуры присвоит Андрюшкиеву Угушу Константиновичу. Примите наши самые искренние поздравления. Thank you.
дорогие наши земляки, мы начинаем праздничный концерт Государственного академического ансамбля песни и танца «Тюльпан». Прославленного коллектива, который по праву является визитной карточкой Республики Калмыкия, проявителем народных традиций, которые бережно хранят уникальную самобытную культуру калмыцкого народа. Художественный руководитель, заслуженный артист Российской Федерации Валерий Эрдниев. Хореографическая композиция «Джанго». Thank you.
Thank you.
молодежь. Thank you.
и военных составов. Yeah.
No.
Дарджи Баскамжи, Владимир Бомбарыков, Гава Бадаев, Баир Амарханов. Наши аплодисменты. Thank you.
Эндер мини чежим ерк байрта бене. Юнгат гихле эндер ике мөрөр ашлыксын. Еврей Эфкнерден Эйджавдан Экейскден Бакснердан Ханултан эрип ченер. Деген болсула мана халмыктан чин толгачты Бату Сергеевич Хасиковты мана сойлын министерсты мини дурда халмы кылсын Бамбатецкин ансамбльды эн ансамбльды Дулхар мини бишкнесин авын сансын санан тегет тадниге биликермен тадынды үзүлер Байрылылат, халмык таңчан эрин дуудулат, царант нёху. Калмыцкая народная песня «Манжет кюйтын могала». Thank you.
так делать, парень.
земляки, гости, глава республики Бату Сергеевич Хасиков. Я хочу от всей души вас поздравить с калмыцким праздником ЗУЛ, с наступающим Новым годом, пожелать вам всем мира, добра, любви, благополучия, здоровья, долгой жизни. А в сунасетаботха утнаста бату кишкитаболдин. Yeah.
Национальный академический ансамбль песни и танца «Тюльпан». Дорогие друзья!
друзья, дорогие наши земляки, пусть наступающий Новый год принесет вам и вашим близким радость, удачу, исполнение лучших ваших пожеланий и помыслов. Пусть тепло и любовь близких всегда окружает вас и никогда не покидают ваши семьи. Крепкого вам здоровья, терпения, добра, веры в свои силы и настойчивости в осуществлении намеченных целей. Пусть наступающий год будет самым счастливым. Калмыцкий зажигательный искрометный танец «Чичердык». Thank you.
Государственный академический ансамбль песни и танца «Тюльпан». Художественный руководитель, заслуженный артист Российской Федерации Валерий Эрднеев. Художественный руководитель народный артист Калмыкии Александр Батмагаряев.